Fashion Collection объявляет конкурс. Соберите 10 выпусков журнала, вышедших в Сургуте. Принесите к нам в редакцию и участвуйте в розыгрыше. Главный приз – сертификат на 50 тысяч рублей от салона кожи и меха «Солини Коллизионе». Подробности по телефону 221-555 и на сайте indifisnews.ru. «Солини Коллизионе» – торговый центр «Новый мир» и торгово-развлекательный центр «Вершина». Полиция Сургута разыскивает свидетелей происшествия на улице Грибоедова. 17 марта во время задержания преступника у магазина «Магнит» была ранена проходившая мимо женщина. В ходе потасовки, когда полицейский пытался задержать вооруженного ножом преступника, произошел непроизвольный выстрел из его табельного оружия. По факту происшествия начальником окружной полиции назначена проверка. Случайно пострадавшую женщину доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу. Ей провели сложнейшую операцию, которая заняла у врачей 4 часа. Сейчас ее состояние остается тяжелым, она в реанимации. Делать прогнозы о состоянии здоровья пострадавшей пока рано. Прежде всего, значит, это ранение шеи. А ранение шеи включает в себя, то есть область шеи включает в себя магистральные сосуды, которые питают и головной мозг, и жизненно важные органы. Операция достаточно сложная. Всегда операции, скажем так, такого при поступлении пациента с такой тяжестью, они угрожаемы по жизни пациента, поэтому оперировала бригада хирургов. Это исполняющая обязанности заведующего лор-отделением, челюстно-лицевой хирургии, бригада анестезиологов и реаниматологов. Всех очевидцев ЧП полицейские просят позвонить по телефонам 76 13 11 или 76 11 11.